Уважаемые читатели, жуткое смертельное ДТП в Киеве на Петровке. Водитель маршрутки 8531 Союзавто, маршрут 192, Петровка-Троещина, сбил женщину, которая была, судя по всему, на переходе. Тело некоторое время протащило под колесами. К сожалению, несчастная скончалась на месте. Работает полиция сейчас и оперативно-следственная группа. Будьте, друзья, аккуратны, потому что даже на пешеходном переходе может быть такое жуткое ДТП. Это место, где произошел наезд, здесь расставлены номерки соответствующие. Следствие будет дальше разбираться с техниками виновников. Уважаемые читатели, всем добрый вечер. Мы находимся в Киеве. К сожалению, на смертельном ДТП на Петровке, Тульская площадь. Водитель маршрутки 192, двигаясь от Петровки в направлении Оболонья, по неизвестным причинам допустил наезд на старушку, пожилую женщину, которая переходила пешеходный переход. На какой сигнал переходила, красный либо зеленый, неизвестно. Тело попало под колеса, он ее 10 метров протащил, и смерть наступила мгновенно. Работает на месте полиция, работает оперативно-следственная группа. Будьте, друзья, предельно аккуратны, даже если вы переходите на свой зеленый сигнал светофора, обязательно требуется убедиться, что все водители вас видят, все водители пропускают. Подключайтесь к нашему каналу в YouTube, где будет трансляция прямая с данного события. Приглашайте друзей в Facebook, конечно же, и к нашему каналу в Телеграме и в Инстаграме. С вами работает команда ДТП Киев, Владислав Антонов. Сейчас ищем админов, кто мог бы заливать новости на сайт и на лента новостей Facebook и Instagram. Всем удачного безаварийного дня. До связи.